Друг, ты все еще хочешь попасть в лучшие комментарии? Тогда я не пойму, почему ты все еще не поставил свой лайк и не написал свой комментарий. Как это сделали эти ребят? Давай скорее кликай на кнопку подписаться. Также не забывай про свой драгоценный лайк и пиши свой комментарий, чтобы оказаться в следующем ролике. И еще кое-что. Как вы знаете, я уже 5 лет занимаюсь YouTube-каналом. И у меня есть мечта достичь 10 тысяч подписчиков. И я буду безмерно благодарен, если ты не пройдешь мимо и подпишешься. Это реально очень важно для меня. Ну а теперь к основному ролику. Погнали! И всем огромнейший привет, друзья, с вами, как обычно, я Саня, вы на канале Игроты, и добро пожаловать на этот видеоролик, я рад всех приветствовать, и хочу сразу сказать, чтобы вы понимали, начало этого ролика было как бы иначе. Давай по новой, Миша, все хуйня. Все произошло спустя пару дней. Я когда записывал этот ролик, я записывал первую серию, если вы помните, она вышла пару дней назад. И вот вторую я сразу же записывал. Ну, не суть. То, что было, забудем. Такую дьявольщину нелегко забыть. Я не мог просто обойти одну ситуацию стороной, потому что вы меня очень сильно удивили, друзья. Первая часть набрала вот столько просмотров. Я, блядь, в ахуе просто. Я в ахуе реально, блядь. Умеете, могете просто. Я такой, да ну нахуй, никогда такого не было. Набрали вот столько лайков. Больше 200 лайков за один день. В жизни у меня такого не было. Вы рекордсмены, понимаете? Каждый, кто прожал вот этот лайк, каждый, кто посмотрел этот ролик... Желательно, конечно, чтобы еще подписывались, потому что 10 тысяч не за горами. И осталось совсем чуть-чуть, друзья. Подпишитесь, если вы еще не подписаны. Это моя мечта. Это просто моя мечта. Я безумно благодарен. Есть вкладочки на моем канале в сообществе. Я там выложил пост, где я всех отблагодарил, кто смотрел, кто подписался на канал, кто прожимал свои лайки. Ребят, спасибо вам огромное еще раз. Но сегодня... Я еще раз хочу убедиться, что вы просто безумцы своего дела. Вы, наверное, вот сейчас я открою реферальную систему. Предыдущий раз, я даже еще сегодня не смотрел. Предыдущий раз было 36 рефералов. Сейчас я открываю. 56! Уже. Спасибо вам, ребят. Вот честное слово. Спасибо. Добро пожаловать, во-первых. Во-вторых, усаживаемся поудобнее рядом со мной, вот, братишка, братишечка мой. Будем с тобой сидеть, кайфовать, пиво пить, и, ну, если тебе, конечно, 18 лет есть. Ага, привет, чё хотел? Вот, спасибо, ребят, еще раз, 56 рефералов, это за два ролика, за два. Вот это уже три. Кстати, Фоки, я заберу твой подарок, я заберу. Это мы тоже забираем. Это мы тоже забираем. И это давай сюда. Все, пока что все. Это означает то, что ребята прокачались до 5 уровня и получили по 20 тысяч долларов и 7 дней випа. Если ты хочешь это сделать, и если ты хочешь это получить, соответственно, вводи реферальный код Играт, активируй его и получай тоже плюшки на старте игры, это тебе поможет в развитии. Ну а мы, друзья, переносимся уже к открытию кейсов. И если вы, друзья, не смотрели предыдущий ролик, а оно того стоит, потому что мы там выбили очень кучу всего, советую перейти по ссылке в описании и его полностью посмотреть. Ну а мы продолжаем, погнали. И появляемся в логове богатства и славы. Так. Для того, чтобы нам дойти до вот этого вот бриллиантового кейса, надеюсь, мы до него дойдем сегодня, нам нужно открыть серебряные кейсы, переходим к ним. И думаю, сразу фастиком за 950 открыть 5 штук. Ну-ка, оп, удиви меня, 14 ключей, удивил, премиум, платинум, 7 дней денег, сколько насыпало. Платинум мы сразу продаем, потому что у меня все равно сейчас есть буст аккаунта, поэтому за 375 мы его продаем. 14 кейсов, это в принципе неплохо. Можем сейчас сразу перейти к золотым, но я думаю еще открыть. Давайте еще откроем 5 штук. Еще 13 кейсов, точнее ключей золотого цвета.
Деньги. Маловаты, конечно, плюс айкоинцы еще насыпали нам. Немножечко, я бы сказал, и в плюсе, и в минусе. Блин, нам нужно два ключа, друзья, два ключа. Поэтому мы это принимаем. И сейчас мы откроем... Да, нам нужно два. Три. Все. Все, этого достаточно. Я думал, придется два раза открывать. Нет, всего лишь... Блин, а мне доната хватит? У меня осталось 2000. Как раз, пацаны, хватает. Я не знаю, открывать сейчас фастом, попробовать, это впервые будет 5 золотых кейсов. Или же приберечь, сколько стоит, допустим, открыть. Вот платина мне, кстати, не везет. Я его открывал, 2900. 591 кейс. То есть 590, если мы сейчас здесь открываем. Не хватает, пацаны, вообще никак не хватает. Есть надежда, конечно. Ладно, давайте, чтобы растянуть этот прекраснейший видеоролик, я открою несколько в надежде, что выпадут платина, да, получается, платина ключи, за которые мы еще успеем открыть. Ай, что-то за ногу укусило. И успеем открыть еще несколько кейсов. Открываем сюда что-нибудь. 3 плюс 20 тысяч. Неплохо. Еще открывай сразу. Еще 3 плюс бабки. Бля. А мне не хватит, да? А мне не хватит. А если сейчас что-то хорошее выпадет? Давай попробуем все-таки. Давай попробуем, откроем. А вдруг? Блять, надо было тогда открывать вот так. Просто X5 сразу. Ладно, открываем. Пак лицензии. Продать за 90. Да, мы его продаем. 965 у нас остается. Может, хватит. На один кейсик, может, даже и хватит. А, 590 стоит. Давай, сразу открываем платину. 30-90 тысяч плюс 3 ключа. Ну... Мне не хватит. К сожалению, денег мне не хватит. Вот платина 590, а мне уже не хватает. Видите, да. Поэтому, наверное, сейчас откроем. Даже золотой не могу открыть. Давайте откроем тогда серебряный кейс. Почему бы и нет. По 190, 2 кейсика, я думаю, еще можно открыть. Возможно, сегодня что-то выпадет еще прекрасное. Открываем. Получаем пак лицензии, продаем. И есть возможность... Ну, нет возможности, к сожалению. Маловато. 3000 не хватило, чтобы выбить что-нибудь прекрасное. Но зато есть деньги, есть еще ключи. Так что нужно подсобирать донатик. И тогда мы уже сразу же открываем золотые. Потом бриллиантовые, платьма и все остальное. Вместе с вами будем открывать. К сожалению, не получилось. Но напоминаю, то, что это не последний видеоролик по открытию кейсов. Я записал 2. Следующий видеоролик вы увидите. Кстати, сейчас хочу посмотреть, сколько. 870 тысяч у меня сейчас на руках. Это значит, что все-таки настал тот момент. Я узнал, сколько стоят дома, пока их никто не заселил. Есть дома по 750, вроде, или по 700, или по 750 тысяч дома с гаражом. Это бизнес-класс. Есть другие, высшего качества, так сказать, дома. Они стоят 2 миллиона 300 тысяч. Дороговато, да, дороговато, но... Представь, когда сервер раскрутится, что будет дальше? Сколько эти дома, особняки будут стоить? Блять, они будут стоить бешеных денег, я в этом уверен. Поэтому не теряем надежды. И, скорее всего, да, в следующем ролике я вам покажу, как я буду покупать дом за 750 тысяч. Сделаю вам некий ром-тур. И, наконец-то, вам покажу свою BMW, которую мы выбили в первом ролике. Если вы его не смотрели, обязательно посмотрите. Не забывайте вводить мой реферальный код ИГРАТ. Переходим в... Нажимаем кнопочку M. Переходим в реферальную систему. Внизу пишите ИГРАТ. Либо также вы можете его ввести при регистрации на сайте.
Пишите свои комментарии, оставляйте лайки, подписывайтесь на канал, дергайте за бубенцы колокольчика. С вами был Саня Играт, и увидимся в следующем видеоролике. Пока-пока.